Здравствуйте, дорогие зрители! Для перемещения древесной щепы будет использован следующий винтовой конвейер в лотке. Он состоит из четырех секций. В движение ШНЭК приводит итальянский мотор-редуктор на 11 кВт, который будет обеспечивать около 70 оборотов в минуту. При помощи редуктора и двух муфт электродвигатель приводит винт в движение. Вращаясь, его винтки захватывают транспортируемое сырье и перемещают его по всей длине желоба. Данный шнековый транспортер сейчас расположен фактически вверх тормашками. В условиях реальной деятельности он будет перевернут, и древесная щепа будет поступать через 4 загрузочные горловины. Выходная горловина одна. Расположена она в крайней к мотору секции. Над ней размещена открывающаяся крышка. Провисание шнека предотвращают подвесные опоры, размещенные между секциями. Их три штуки. На торцах транспортера используются самоцентрирующиеся подшипники, которые увеличивают срок эксплуатации втулки за счет повторения и загибания вала. На концах шнека наварены две втулки длиной 40 мм под шпоночное соединение с опорой. Лоток, в котором размещен шнек, будет закрыт при помощи крышек, изготовленных из оцинкованного листа металла. Приглашаю посетить сайты компании. Также подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много нового. Ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч!